вместе взятых в голос что-то. Это как, типа, один на мышке, один там на левой части клавы. Я на плечах. Какая собачья. Блин, я съел случайно Fairy Fire. А курочка. Это нормально, я в прошлом тоже монгольском подхавал. Да я тут еду заказываю, секунду. Это, я дал одну тангу, больше не дам. Кабач, а ты дашь? Дай одну. Блять, ну Игорь, ну да, ты нормально, ты хилишься с пулом своим. Так ты не видел, сейчас ССФы покупают тангу с ССами. Ну да, ладно. Это правда. Я ради не слежу. Ради справедливости. А вы давали Андрею вард в прошлой игре? Нет. Я не помню. И Синтрю я сам купил, тебе ломал вражеский, понимаешь? Нашел. Отщепенцем хоть? Был. Нашел хоть вражеский, Андрей? Нашел, Лёх. Как касается. Спасибо. Фидить Лём? Так, а кто тут со мной на линии? Надо опять слуп рассматриваешь. А, Андрей, да, да. Хотя что я делаю, лол? Раз, закупаешься. Два, три, четыре. Пять. Слабо. Шесть. А, у нас два вардика не куплено. Ну ничего, я потом куплю. Главное, если четыре будет, один можно купить. Не оставить не обязательно, просто чтобы кулдаун шел. Ну, да. Лёха, ты живой? Да. И смотрите на этого подлизу на собачке, не значит, пошел уже помогать ему на андаинге. Ага. Все, я не смотрю туда, не заморали. Никакой справедливости нет в жизни. Там еще ролка. Я пас. Блин, ну там и секс, конечно. А у нас кто на линии выходит? У нас выходит... Молодец, собач. Красиво сыграно. Не то, что... Выходит Бладсикер в лесу где-то стоит, наверное. Этот чел на клоке в прошлое. Бладсикер миди? ВТФ? Крипам просто посрать. Полное дерьмо. Зюс, получается... Я рассчитывал на Зюсю. Я не хочу был, сука, миди. Блин, Покчам. Ой, извини, Андрей. Я тут смотрел на генота. Так, а у нас никого нет, Андрей, на линии. Ага! Я понял. Хитрец. Ну, кстати, он пропушит. Магией, как, да? На Сефи стоять против Блудсуки? Логично. Вообще тяжело. Бля. Лабиринты. Тоже так думаю. Блин, ну он проблема в том, что уровень получит. Короче, надо, чтобы он сейчас немного еще пропишел крипов. Собач Гэри фул. Ну все, я готов. Мне нужна помощь в утилизации тех самых монстров. А мы не убьем его, Андрей, просто смотри. Давай убьем. Жим плохо. Да, им хуево. Хорошая работа. Отличная дошка. Быстрее не забайтились. Вижу. Я не очень хочу терять ебало. Я корочку бы принес. В легкую? Мне кажется, это не лучше. Такое? Но тебе нужна? Ну вообще да. Ну тогда можешь. Можешь запулить, умеешь пулить? Я если успею, не знаю. Я заблочу. А он что-то всю ману потратит, просто чтобы мне хп отнять, Андрей, не знаю. Он зол, он просто зол. А, слепо я. Ну видишь, как сработались. И можешь руну забрать, еще успеет даже сбегать. Илюшки справа нужны, Илюшки кому? Ну чё у него вообще на первом? А на второй? Короче, ты пока покачайся до третьего. Угу. Чё, сейчас точно ют. Игорь, ебашь. Да, я тоже. Подожди, можно? Ага. Саня, он реально больной, он просто в тебя чайники кидает. Да. Так вот, он сейчас без мана остался, если я сбалансирую линию, что у меня, разумеется, не получится сделать. Ты бы специально молчал? Ну все, а что я должен говорить? Смотрите на мид! Ну ты же стример. Так а что я должен сказать? Не надо. Тебе ебать, он лох, ха-ха, бомжар. Так я добрый стример. Стримеры бывают добрые, да? Ну да. Понял. Не знал. Вот тот на клоке. Ну это хуёвый стример.
Это. Согласен. И что вы думаете, я буду типа парировать, да, вот что-то отвечать там? С идиотами общаться, это такое вот, совершенно личное мероприятие. О, Игорь, так а тут я тут. Но пришел, у меня нет манеры. А что делай? А что? Я думал ты. Че, я с тобой, я с тобой. У меня радиус. Нажмешь? Поднять. К сожалению. Что, здесь там был вард, Андрей, не ставил его? Бля, а слышишь, это вот только разгоняли? А, это я разгонял был, суку. Нормально, да, мы? Чуть-чуть я там последний момент напшикал. Жалко, что ты всю экспу забрал. О. Ускорение. А где Бладсикер? На топ убежал. Слушай, я могу взять хаст, а он ко мне идет сам, лоу. Ну, я к тебе вряд ли пойду. Ну как не бегу, бегу, бегу. А на меня подкинешь его? Да, вот вниз. Блядь, меня застанил этот пидор. Кто будет, я его не достану этим самым. Подблочишь, если? Я бы сейчас сам убежал. Бля, мне еще хикса дали. Не получится подблочить? Да убью, ты его сам убьёшь. Я убью. Да, да, да. О, еще один труп. Жирный еще. Жирнич. Жирнич, стой. Слышно ли, как ты играешь, кстати, хорошо? Да, слышно. Геймплей на Бристлбеке. Нормальная тема. Мне нравится. Я не специально этого... Нет, нет, брат, я ни в коем случае. Я просто сам играл на этом герое. Там реально... Знаешь, да, в чем заключается геймплей? Да, да. Ну, я старался. Здесь поставил где-то вард. Где? Как хватит? Где-то. У спектры крипов 5, мне кажется, Андрюх. Я нашел. Блин, давайте пофитни немного, но это полное дерьмо. Убьем взят? Все прям реально нафидить. Давай. Тяжелый артефакт купить. Серьезно хочешь, чтобы я пофидил? Ну, немного, разве что. Там Леон, Дмитрий, вижу. И не так Леон. Еще и жирный. У меня сейчас еще будет эта штука, можно попробовать. Рофлы. Ты хочешь, Ярослав? Ты сможешь? Что, что, что? Убить еще раз Зевса? Да. Он прилетит. Я почему-то трипла в миде. Лёх, ты что сделал? А, он прилетел. Они не хотят вроде без. Ты прям хочешь такого секса? Ну я могу, Андрей, прям в спину. Ну я... Ну вообще можно такого секса, да, прям. Давай. Игорь, что у тебя по... Не, что-то мне очень нравится. По восприятию? Лукасуп дал просто, сейчас бы убил и всё. Так, подожди, подожди. А, так... А, лол. Так, я ретард, вообще не понимаю, что ты делаешь. Сори, я ретард. Это правда. Все, пидарас. У меня не было. Я именно ту кнопку нажал. Почему-то я подумал, что там совсем не хватит, а у тебя еще фейтболт был. Я уже его давал. Ну, конечно, давай. Так, внезапно мы такие отходим, он сейчас пойдет с пачкой крипов, и тут... Он тебе дал эту молнию, он увидел, что здесь... Тут, кстати, стак много. А я шрань. Во, там до этого будем трахать что-то такое? Ну, давай. Че так много? Еще кто-то ТП делает. Нормально. Обкакался. А кто еще? Пудж третьего уровня, а его? Слушай, я обкакался теперь. Да просто на ручную его можно, наверное, брать. Или что, Андрей, все плохо-то? Нет, тут... ладно, вливаем. Да. Так фидить или нет? Ну можешь, можешь. Ну 10-2, что-то у нас тут снизу какая-то. Даже с то, что я ретард, нормально все, хорошо идет. Мы можем на шайн зайти, Андрей. Да, я начал фидить. Давай. Пойдем. А есть что хильнуть? Пока фидить. Не-а. Слышно, да, геймплей мой? Так, а блодсуку не обязательно разгонять, ребят. Не, сейчас, сейчас плохо слышно. Плохо слышно было. Ну, я пытался фидить, но не получилось. Собачий не даст соврать. Да, ладно, ничего, следующий нафидим. Да. Ох, еб вашу мать. А хотя, опять стоп, тут тоже вроде какие-то задроты против. Идем за фармим. Правильно? Не, это вроде какие-то пакеты играют. Ну, по рангам, как минимум. Там все слабые были. Там вообще да, были. Блять. Лёх. А, чё он делает? Это, пшик туда-сюда. А, давай. Я просто это... Был сук, что, мне там потанковать надо было, да, наверное? А, вот это ты прикольно сделал. Я к вам наверх подъехал. Блин, зачем псих что-то задумал?
Сумасшедший, что ли? Псих больной? О, геймплей пошел. Ух ты. Ух ты. Ну я живу. Как вы могли догадаться, вот, после ТП если в саху его знают. Вот сука что-то мутит еще, нам топ бежит зачем-то. На скорости 100-500. Это же нихера себе, что происходит. Это рилс, это рилс. Есть что-то в него? Леван саной меня. Опа, интересно. Два сока. Я туть, я туть. Давай, парни, давай, я давай, туть. Давай, вот это нормальный кол. Туть. Кадесива. Я все. Вот это пошло, пошло. Блин, они убегают. Два сука убегает. Все убегают. Я книгу возьму, наверное, через минуту. Думаете, Леон убежит от меня? Мне да, убежит. Они все убегают. А ты от них убежишь? Я не знаю. Блин, они тебя урнами намазывают. Было забавно. Я, кстати, тоже уже подхожу с там. Ух ты, ебать. Там еще пудж. Там паджет бежит. Просто дикий зверь, загнанный. О, Андрей, здорово. Привет. Что-то они не справились. Сплитим? Ну да. Ладно, я пошел, все, удачи. Давай. Бацуку мочим? Скотину. Он быстрый, пизда. Я тут. Ух ты. Опа! Я, в принципе, пойду. Ну давай. Я ТП делаю. Ух ты. А будет что-то профлить? Профлим немного? Чуть-чуть. Будет чуть-чуть профлим. Че трофлов? Ай! Да ты что-нибудь дрофлил, кабач? А, у тебя нету? А у меня нет. Там нет магии. Это постанешь? Да, да, давай, сейчас застаню. Да, давай, постань. Без шуток. Да, давай, еще, еще, еще. Иначки, иначки. Давай, давай, давай. Андрюха ж просил, не начать. А вот это кто такой? А вот это вот. Не, ничего не бойтесь. Оп. Смотри, я этого могу застанить. Не, ну сверху-то весело, я пошел тоже. Игорь, ты что, я же застанил. Да ты не врешь. Блять. Парни, Блацука, если что, очень быстро бегает. Да, догадываюсь, почему. Ой. Вот так еще быстрее будет. А что это такое? Ты что, бежит наверх? Блацукер наверх, там куда-то. Ну, пожалуйста. Не, ну Андрей просил, я исполняю. Капля охуительная вещь. Все верно, все верно. Ну, в принципе, да, кстати, пофидели уже. Я вот еще иду, если что. Если кому интересно. Очень. Блин, я тоже присоединился, но мне один артефакт нужен, потом приду. Когда я все скилы? На я тоже уже пику снал. О, это на меня, на этого ля. На этого ля? Так тебя сейчас хокнут, и ты полетишь. Да бля, меня съели. У них продуманная острота просто невероятна. Так мы можем, парни, мы можем. Можем, можем, конечно. Здорово, пацаны. Там здесь еще, кажется, к вам поехал. Ничем не попал. Нормально, нормально. Игровой момент. Я сэф красавец. Я, кстати, видел, как ты стреляешь, Игорь. Будет? На меня. Понял. Можно так. А этого, этого замедляю. Сюда. Парни, какая жесть. Андрюха, ты где? Я здесь, парни, подхилю вас. Смотрите. Жёстко, Андрей. Чё, Андрей, опять надо фидить или нет? Не, надо по кулдауну фидить, потому что как-то совсем не это самое. Как этот собирается, я забыл, Вархаммер. Игорь, на миди фидим? Вот, вот как сказать. Го фидить сейчас. Вот здесь вот, прям вот так вот внезапно бам, и пошли. Я фижу. Там фид пошёл. Тебе надо было в мою сторону. Бля, он пенил. Он гений игры. Просто гений игры. Не, карнах стилишь. Ну чё ты, ну, вот смотрите, вот здесь ребята. Да. Стилить такое. Ну алло. Ой, блин. Приятно. Ждаю, жрю еще. Не, как ну, еще раз, блядь. Еще раз. Всегда. Еще что раз. Точно много. Сейчас будет. Сопля будет?
Сейчас все была, будет. Была. Давай. Мам. Некар. Благодарю. Так вот, а как Метеор Хаммер собирается, Андрей? Ты же знаешь. Кольцо, маска, став и пищ. Шелка, ты. Так, а вообще мы можем вроде как пить, но еще сыграть так, чтобы я еще 15 обсервер вордов поставил в игре. Я думаю, легко, вообще без проблем. 15 обсервер вордов. Да. Правда, да, честно говоря, да. Я не собираюсь. Это Dota Plus советую. Да. Фить где-то игре. А мне что советуют? Да, блять, кейпов, понял. Потихоньку ставлю. Вообще, если грамотная мысль, дать Ярику поставить 14 и закончить, типа, чтобы он следующий снова покупал. Блин, убегает. Что делать, как быть? Бля, он хитрый. Хорошо, надо в натуре. А ну, вот парни, я иду. Не пизда. Горячек. Не пизда. Сделаем это? Пизда. Так мы сейчас сделаем со всеми. А, делаю, пидрей. Ну, была бы ржачина, если бы Рошан ему сбил. Бля, они просто накинулись, разъебали. Андрюха, они все твои. Нажми хоть куд свой. Да. Правда. Некар, блядь. А то, у тебя еще использовать можно. Да. Я понял. Даже в такой игре отвел команду на фиде, да? Ну чисти у Бристлбека, смотри. Ну нажимай, ну нажми кнопки твои. Шо жать, я жму, шо жать. Шо, я все жму, шо. Могу туда пойти? Да, давай, сейчас дам баночку какую-то. Смотри, натяху? Вот этой. Смотри, оп. Лёх, тоже хут можно жить. На всех. Меня пока не треба. Некар, be careful. А чё у меня? Не, нормально, Лёш. Нормально. Классно все классно, нормально, только я, наверное, в следующей игре уже. Некар, ну ты, блядь, конечно, думаешь, что делаешь. Интересно. А тут шрайн у них. Ну тогда я вот так могу побегать, чтобы сейчас просто спиной встать и сдохнуть, как пёс. Я заканчиваю фразу за Лёхой, мы давно знакомы. Не спиной, только лицом. Да. Бля, было близко. Я пытался. А все было близко. Я украл уже стану Леона, почти успел его дать. На самом деле, у меня такие классные алгоритмы были в голове уже. Я такой захожу, значит, ульту, а потом смотрю, что у меня 15 секунд кулдаун ульта еще, и понимаю, что я просто старый уебок. Найс. Алгоритмы были, да? Они что-то пятером начали бегать, это вообще ни хрена весело. Ну да. Давай покупайся, Сасан Вивар. Да куда ты... О, а я реснулся. Так, 11. Ну да, вообще вот 15 обсерверов. А я опять что-то задумал. Это не сложно. Бристл, слышь, ну не надо, ну бо... Идем в хилить, Игорь. Ну балки руны, я... Меня вот, я хочу уже. По-братски. Лол, тут враг есть. Ну ты смотри. Накапывайся. Тут враг есть, аккуратнее. Друзья, давай нападем. Вот, стою, жду. Бля, у меня душ еще не фу. Ой, какая пизда. Нападаю, ну, парни. Сколько людей-то? Ну да. А нас Тима будет? 25 человек. Тима будет? Тимка! Help! Извините, я припушу. Пожалуйста, help. Ну, я вам, это... Плюс... Это пизда. Ворсы там. А этих, чё, они там был сломали? Думают, все могут? Дай койл один. Опа, а я в этом. Больше, чем один надо. Божечки. Я вот мне медас брать? Я пока. Фактически то, что творится, это фид, да? Да, похоже на фид. Где команда, блядь? Да команде похуй. Я уже лечу, у меня когда ТП было, когда ТП кулдаунилось. Иду. Ух ты ж, блядь. Команде просто поебать. Давай, нажимай на нее. Нажал, пидрей. Так, дальше идем, дальше. Next! Давай. О, я ловлю. Козяву. Всем пока, зяля. Вот этого да, поинтереснее. Вот этому гномику. Не, блин. Но он сам. Ну давай этого тогда. Командчик не играет вообще в доту. Я домой. Ты видел, что делает этот? Так это ж дефолт. Для Игоря слишком просто. Не, ну это же так любой чел сделает. Оп. Так, и что там, какие классные айтемы еще на некрофоза можно делать? Только попробуй. Без Только лагеря. Попробуй. Да,
Блин. Слушайте, у меня есть такое предложение, смотрите, я сейчас вот здесь стою, на меня нападают 10 человек, я нажимаю Blade Mode, пульса там и так далее, дамажу. Мы будем играть вместе? Давай. Ну, в принципе, да. Так смотрите, вот этого сейчас просто нажимаю кнопку, он не видит, у него реакция 100 секунд. Нет, он чуть быстрее. Че, ГОХГ? Заканчивать? Ты заканчиваешь рефидить? Ну, заканчивать. Некор. Blood Rage? Есть Blood Rage. Найс. Ооо, это найс. Nice. Тандрухи. Надо Бристлу, дай Бристлу Blood Rage. Чтоб он сдох. Да нет, никто не поймет, он будет отхиливаться больше, чем дохнуть. Правда. Blood Rage ему, дай Blood Rage. Он на нем уже не висит. Уже висит! Главное не давать ему крипов. Боже мой. Все, все вперед, все вперед. Да-да-да. Вперед! Пошла лютая катка. Замедло по всем. Электрик. Denials. Ревидж был, по-моему, сейчас. По-моему, да. Блин, он какой-то слишком сильный, хитрый. Да ничего-то вообще. Ой, вовремя. Интересные какие-то. Очень интересные игроки. Бля, там был Цука, что-то... Да! Ультой покосил. Ну какой нахрен хвалец? Нормально же общались. Ну, посмотрите. Вы что, зассали на фонтан? Я не зассал. Ладно, я понял, короче, я БКБ, пожалуй, куплю. Ух ты, там есть план какой-то. План фонтан. Ой, он тут попался. А Бладмейл. Не жр... Ой-ой-ой, четко. Ой. А я жив. Я иду до дому. О, Бучка что-то задумал. Я кабач мансит. Че, принимаем? Всем ебать. Я сейчас разворачиваюсь уже, сейчас можно принимать будет. А сюда, петушня. Пацан ли он в спине какой-то? Ух ты. Откуда он там вообще взялся? Так. Меня и путь, по-моему. Я иду тоже. Блин. Не кайф по тавернам сидеть, конечно. Тупо не кайф. Ой. Ты как? Я норм, а он как? Как думаешь, а? Лёх, дальше, дальше. Давай деремся, деремся, показываем, кто батя. Я сплечу. Ой, Blood Rage. Ты шо? Негр. Я здесь, я здесь. Blood Rage у него опять. Лёх, там такая габелла. Нам или тебе? Нам, я понял. Поке. Ой, ясно, короче. Лёг, заманивай их сюда. Не пошло заманивание. Мне кажется, что они тоже видят эту штуку. Блин, мне кажется, в доте нужно добавить функцию. Если ты байбекаешься и дохнешь в течение следующих 15 секунд, то можно еще раз. Блять, я проебался. Блять. А что там делается? Что там делается? Дай койл просто, Игорь, ты чё? Нормально, нормально. Не, койл просто нельзя, там хок. Надо размасить. Да сдохни ты уже. Да все, ой, сдох. Что он делает? Я был близок к тому, чтобы выжить на самом деле. Я тоже. Так, ну я подожду, пока вы там это... Сюда-сюда. Блин, все-таки все магический урон прям. Ну что ж ты будешь делать? Я три худа, например, делаю. Не знаю, что ты будешь делать. Блин, что за звуки? Такой... Да, он... Это самое, да. Короче, на 20 уровне у меня Magic Resistance 20%. Прикольная штука. Вот, че, перейдем в вниз играть? Андрей, у меня аура. И хуй. Ой, это... и пайпы, если еще насобираем. Так мы вообще будем неуязвимы к магии. Неуязвимы? Неуязвимы. Как ведьмак. Ведьмак же неуязвим к магии был, или это неправда? Вроде вранье. Понял. Ну что, пойдемте играть еще? Нет, два ванны, да, сейчас я их пронесу. Так, у Алексея 60% плюс аура, сколько будет? 73% Magic Resistance. У нас третий байш. А, ну и плюс спина еще. Хорошо. Ему нужно Blood Rage накидывать, реально невозможно убить эту свинью. Смотри, смотри, смотрите, что это такое? Ух ты, ебать!
Ой, я ФК был чутка. Нормально там вас, да? Хорошая мочилова, лютая. А в этом это? Я пошел спеть и дальше. Надо помогать. Бучу. Ну ты где, некор? Не надо, я хотел другому помогать, я иду. Ну помогать, да, можно было бы помогать, конечно. Давай. Ты что, зассал, что ли? Ну давай делай. Ой, сейчас там хиксули всякие будут, да? Некор, давай это. Не, вот ты не гибнешь, а я. Нормально у вас там? Некор, ну. Какой же он! Вот ты заебал видеть, конечно же. Он вдруг опять что ли свое? Ай, блядь. Ой, я Рубик в этой игре. Так. Ты думай, прежде чем на базу лезть к врагу. Ну да. На Андрюха даже выигранную игру руинит. Ух ты. Ну побежали, блядь. Просто terrible damage. Тут реген на топе, Лёх. Так чё это такое? Он бегает под рапурой, и ему поебать. Почему так? Фантастика. Почему так? Ладно, Лёх, реген не для тебя. Настоящая, типа? А чё, поебёмся? Я настоящая. Не, мне 20-й нужен, но тогда мне реально поебать станет. Вот это! До свидания. Трех, почти лег. Вопрос закрыт. И за бунтосами. Игорь, ты играть ну будешь? Ну нет, ну в смысле, ну... Да Настя раньше, кстати. Ха-ха! Я знал, я тебя прокликал даже, сучара, и видел это все своими глазами. Ой, там спектра еще сделала эту штуку. Такое? Слушайте, то есть получается, против Весела работает же лот Тусин и Орб? Да. Кайф. Ладно, парни, я сейчас вижу снизу. Если у вас есть последние слова какие-то, то говорите. Пошел нахуй. А, погоди. А, мне еще 4 варда надо. Я думал, все уже. Я, блядь, уверен, на моих паханах то же самое будет. О! Помощь ему! Помощь, хелп! Это, кстати, очень смешно было, я не знаю. Пойдем поможем. А, ему уже все. Как все? Не-не, там еще не все. Ну, ой, было близко, кстати, если всё, идём, бы я успел. Так а чё если это я успел, такое? Я бы смог. Нахуй, блядь. Эх. Где команда? Вот я иду. Понял. Работаем. Нахуя меня? Блин, этот паджик на самом деле, насколько же он крепкий, как же он выигрывает. А что, там все плохо или более-менее? О, и Лёха еще, смотрите, дохнет. Че, бля, почему его не могут убить? Это образом убили. Вообще, этот паджик супер плохой, если что. Но он уже выигрывает. Вся такая штука, да? Чисто лес сломал и идет дальше. Зомби нападает. Так, ладно, ребят, я понял. Вам нужен, ты же понимаешь, вам нужен керри. Давай бучку, давай. Да их просто не поймать. Все, кабачник, нахуй. Задры какие-то. Все, ладно, ребят, с этого момента, я начинаю жестко тащить. На дно? Тащить на дно, ёбки. А мы разве не на нем уже? Мы на кое-чем другом же, по-моему. Кабач, хочешь? Да не особо, ну давай. Ну, блядь. Первое слово дрожь трава. Первое слово съела корова. Да я что-то не знаю, у меня желание в лес пойти уже фармить. Хотя мне сейчас 2 варда. Так, все, мне не мог прокачаться, у меня будет этот тайтл, я бы победил. А где враги, интересно? Я не знаю. О, а там уже есть блинк у Леона? Да, есть. О, я нашел. Я тоже нашел. Леха, и я блинканулся под тем самым. Я все. Так а что, помощь а будет? Брисло, помощь, хелп, ТП-шка там. Погоня. Нет, ТП-шка. До свидания. Желание. Блять.
Нет, как они, конечно, здорово играют, исполняют здорово прям. Не, клево, мне тоже очень нравится. Лол, у меня сейчас еще будет левел 20. Но хотя, с одной стороны, блин, магическая защита — это здорово против их характеров. Не, кор... С повышенной скоростью атаки. Ты в доту будешь? Я пытаюсь. Ты в лесу качаешься, все, хавать. Приятно, птица. Спасибо. Спасибо за рецепт, майонез. 80% скорости атаки. Поебать. Если что, кабач, я уже проверил, можно ли ульту на крипа нажать. Фарт, что ли, ставить? О, давай на этого нажмем. И что? Ну, будь здоров. Смотри, он сейчас кусики пойдет фармить. Не-не-не, кабач, подожди, у нас герой мертвый, нам нужно почилить. Ребят, вы хотите в лоу приорите? Нет. Но если вы сейчас меня что-то нормально играете, я ливаю. И вы так все получите. Вот у меня, смотри, я... В смысле? Вы все, по... вы все пойдете со мной на дно. С капитана, блядь. Все, блядь, каждый. Так-то это... Все. ПТ на силу. Мотиватор. Три, я дальше. Эй, парень, ты, блядь, на дно, что ли, хочешь с капитаном? В смысле, на дно? Ты можешь под... А. Все, я иду. Вот сейчас играем. Там две там будет, разъебать. Покс. Я понял сплетить. Если вообще покс, это наши там. Ну да, мы их душим, имеется в виду. Нам на них вообще покс. Вот это вот так, а вот это вот так. А вот и это вот. С капитаном я не иду. И что ты хочешь от меня, питоч? Андрюха на камбэке. Бля, будет чем-то замедлить, вар. Да. Сейчас сопля пытаюсь. Будет. Я подхиливаю, смотри, подхилился еще немного. Он я быстрый! Торможу его. Я торможу его потихонечку. Тихонечко торможу. Я тоже лечусь. Он замедляется. Он очень медленный. Скорость атаки или magic resistance? Ну, наверное, magic... Сколько у меня? 48 будет. Все поинтереснее. Блять, будет. А вот сейчас Раптура меня почему-то внезапно начала убивать. Так ты, наверное, спиной беги. Сейчас... Я попробую. Как в школе? В какой школе? Слухайте! А я запамятовал аганим на дедушке. Он кулдаун же уменьшает ульты, правильно? Ну да, он только это и делает. Блин, нас там искали что-то на фиде. Чё? Живёшь? У меня урод нет, чтоб... Не, домой, ну нахуй. Что это? До свидания. Все, я ломаю. Парни, я хавать. Все, я тоже иду к центру. Ну, вообще так-то... Я в школе бегал спиной плюс чат. Да. У меня есть Blood Rage, я не знаю. Давайте сделаем что-то. Иди, слышь? Иди. Бля, ты под Blood Rage, братан. Вот это неприятно стало. Ух, да как это Исайша, вы что, гоните? А как он погиб? Как они все сдохли? Все, делаем это. Не знаю, это очень больно, хаза. Слишком много дэмэджа. Ебали. Бам! Тупите. Бля, тут там зомби пошел. Там БКБ типа? Давай, не. Ёб твою мать. Там а, так мне нам пизда. Где там бы, Игорь? Игорь, ну, смотри, там, там зомби-апокалипсис просто, еби их, блин, Игорь. Зомби! Едят всем! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, дальше хавать, я понял. Так. Парни, ливните кто-нибудь, а? Ливните кто-то? Ну, так, лоу-приорти всем дадут. Нет, слышите, стоп, какой ливните? Это первая игра, которую мы в теории можем выиграть. Парни, кто-нибудь ливните? Вообще уже я сомневаюсь. А, подожди, мы сломали бараки. Нормально. Тихо. Все будет. Все будет там сразу. Я этого не заметил, тогда нормально. Так, как? Ул надо, очевидно. Просто 463 дэмэджа от Блудрайта Бладсуки. Очень-очень неприятно. Да, ну блин, там типа они уже... Там Зевс под Бладрейджем, походу. Я не знаю, у меня отрывало... Я не посмотрел сколько, но мне кажется, просто 1500. Не, там именно по этой причине отрывает, конечно. Там что-то какой-то ад. Ну, надо что-то делать часто, нужно брать Аегис по-хорошему и идти пробовать ломать вторую сторону, потому что если дерьмо будет продолжаться, то Спектаран рано или поздно убьет. Хотя, это одна сторона медали, а другая сторона медали — то, что у нас есть Некродед, который очень сильный герой. Вот, очень на 25 уровне, Хардстоппер Аура, там будет 2,99%. Угу.
Это очень сильно. О, Леон, вард просто. Все, все, ты мутишь, братан. Эх. А где подкач можно? Нигде. Забит. Спасибо за стан. Ты был. Но насчет Рошана можем пойти убить прямо сейчас. Да. Он ваш. Yeah, выполнил квест. Я душу набиваю. Давай. Ты что кушаешь? Ну они тут живут. Блин, вот катафан с сессонами, с ревизочкой, с помидорками. Блин, это не же гиль, просто 40 тысяч ударов нужно делать по нему. Не, я тоже хочу есть, но я не буду, потому что я... Так, у меня какой-то сумасшедший радиус на самом деле. Слушайте. Блин, ну Пуджа не взять, он типа 3000 жизней. Задр. Угу. Так что, Рошан нас интересует? Набил, Игорь? Ну пойдем. Кого набил? Ой, я набил. О, я дальше хватит. Все. Короче, Гора Шана все равно убьем. Там без ульты спектры нормально будет. Идем. Нам нужен этот Брист. Брист, ты где? Полечи, туда, братан. Туда, бегу. Я подхилю, да. Офигеть теперь. Ух ты, я не думал. А вы, мы верим, что мы справимся? Да, так сейчас Брист, смотри, что будет делать. А я хилить вас буду, а Брист убивать. А Рошан топать. Они не в курсе, ебать. Так, конечно, не в курсе. Да мочи, боже, мочи, Рошан, мочи бедиков. Ваш. Мочи, мочи, мочи их. Меня самого с... Да. Нас замочили, парни. Побег я, да, походу? Ну, ты смотри, там вроде руктур всяких, а, но там есть эта штука с верстолом. У меня 4 еще стакича. Так, у меня тут ультимы. Ага. Что-то забавно, за ними еще зомби гоняются просто. Да этот паджик... Подожди, ты живешь, ты... Сдох. Почти. А СФ где? А ты... Какой СФ? Я отпылил столько. Когда ты сдохнет. Кстати, убил вас из этого. Он бы, блядь, там всех убил. 20 штук, по-моему. Если бы сразу начал делать ТП. Так, нет, хорошо, дал. Значит, хорошо. В этой мы СФ-у точно по репорту даем, правильно? Ну да, разумеется. В смысле? СФ единственный, кто сторону сломал. Соло. Короче, да, ну вот часто мы сломаем, да, правильно? Конечно. Рошана? Ну там надо всем пойти, он там побитый. Да, да, да. У них вроде ДПС не очень большой. Короче, а мне, судя по всему, нужно уже не упендриваться, а БКБ там фрешмит. Ой, сейчас Кабач что делает? Делаем. Кабач, я тоже бегу. Кабач, со спектрой надо разобраться как-то. Блять, на пизда. Блядь, что это за огромное количество говна какого-то на меня лопало? На пизда. Не-не, нормально. Ну, она, правда, с Аегисом, нам пизда. Так, я, кстати, тоже... Хорошо, очень битый там сзади. Я лечу. Надо делать это. Сделал, проверяй. По баунти. Андрю, либо ты хилишь, либо нахуй иди. Да нажми ульту ей! Не умрёт. Дисперсия. Блин, там ещё и глиммер появился, представляете себе, какая неприятность? Всё, я пошёл. О, тут этот самый есть. Ну я душу её. Жги её, Андрей. Я в стане бесконечном. Жги, сейчас подойду, я хилюсь от этой хуни. Жжёшь? Да, чуть-чуть. Жми, ага. О, Андрей, ты её убил. Ой, тут хуйня какая-то. Ой. Ну хуй там была, мне кажется. А может, ты не убил? А быстро. Такая демудила! А там Зевс утонул и все, и никак не подойти. Ну да, сам ну видел. Да. Не, понимаете, я вот как бы так посмотрел, тритарт, значит, заюдил спектру, не нажал БКБ и высосал у нее из жопы в рожь. В смысле, не, мы ее убили, все нормально все было. Мне очень нужен Иолх. А куда это он? Он теперь меня видит? Как жить? Да, Фанас выбит, по-моему, обоих. Без обид. Так, все, варды я больше не покупаю, знаете почему? Потому что я выкуп. Домой, блять. Ой-ой-ой-ой-ой, это Иг. Базу. Идем заканчивать. Ну, да, надо бы. Ну вообще, да, пойдем. О, лак. Все буржуи говорят лак. Блин, 24-25 уровень веса. Нет, все вначале хорошо было, потом, значит, началось, как это пошел. Да ты фидишь, пиздец. И все. И не уровень. Вторую катку подряд. Кто так делает? Непонятно. Лол, спектра с Engine Яшей. Классный выбор. Не, Карта, опять ты фидил, да? Да. Я молодец. Спасибо. Ну
Блин, так, как ты даже в теории сейчас пропушить-то? Не получится. Метеор хаммер. Мне кажется, нам хаммерами надо. А что это такое? Тут спектакль где-то? Да. Я все перестал смотреть. В общем, он в соло спектре сейчас нафидел, парня. Можете что-то делать. А я пойду помогу, может, ему. Братан, что делаешь? Да, ну сейчас. Он на этом и сломал свои. Все? А, выкладывал дагер? Ну не надо! Принимаем бой? Ебс. Короче, я в этой уже игре ничего не могу сделать. Так, давай быстренько проанализируем ситуацию. Так, а мы бой не принимаем, да? Нас трое, принимаем, да. Так, надо. Я тебе лоту скинул, раз ты свой не жмешь, тупица. Так, а я дал бы тебя. Блин, реально лакс. Так это вот... Смотри, надо убить. Нет. Надо убить кого-нибудь. Дал. Четко. Четко. Это четко. Я возвращаюсь в игру. Так, ты возвращаешься. Но не все могут вернуться в игру. Ребят, у них здесь был вижен. Я тоже могу вернуться в игру, это не проблема, я так и сделаю. Я вернулся в игру. Табач. Кабач разводит, разводит, не дурная игра. Ну, все. Томбу так поставил, нормально. Я ее по протекчу томбу. Давай, Андрей, я тоже тут. Я тоже здесь, рядом. Ну все, враг испугался. Так, все, подхавался. Можно побеждать. Да мы уже, блядь, все подхавались, Игорь. У меня байбек скоро будет. Я поддефливаю, парни. А там Тарасочка нахилится немного, но это не страшно. Я сейчас появлюсь. Да какого хер так больно? Перестань, пожалуйста. Извини. Маленький уродец. Blood Rage, хочешь, Андрей? А мы задефили. Да, я спите топ. Держи, понял. Да. Что ж там? Мне не жал. О, сверху, сверху, сверху. Что это такое? Blood Rage, хочешь, держи? Ага, спасибо. Тут там это. Там 4000 всего лишь. Мне кажется, мне строится стрелять в этот неравный бой. Бучка сейчас будет хок делать. Блин, меня душ набить надо. Нет. Да, пожалуйста, не стреляйте. Каким-то образом Роджер отдал пару раз хук Эвайо. 2 или 3 за игру. Я вообще не знаю, как это сделать. Этот Бурш, он просто Иисус. Он даже включает, даже перед тем, как кидать хук, включает рот. И после него включает рот. Опа, ебать. Чтоб ты когда не нажал, всегда был рот. Ёбаный в рот. У них фактически нет маны. Они везде это делают, они везде находят. У них везде вижен. Везде вижен, сука. Ублюдки. Нам бедить, ливните кто-то. Я за. Я сегодня ливал уже. Я тоже. Андрей ливал. Ну, ребят, я могу ливнуть, конечно, но чё-то. Так не, ну мы же вот это низкую приору получим. Мы получим очень низкую. Игры на 3. Там просто. Там игры еще хуже на самом деле, так что лучше подождать. Куда уж хуже. Ну там реально намного хуже. Не может быть ничего хуже, Андрей. Мы уже в самой плохой игре. Так, он Зевс, прям ответь мне, Октарина, гоним. Ёптерный театр. Ладно, сам ляг, чем мы можем как-то придумать план, как выиграть эту игру? Я вот у меня есть план один такой. По миду заканчивать? Мне нужна вот эта штука сейчас. У меня вот это. Пачка крипов, 2 баунти руны, в лесу немного, я с БКБ, с БКБ. Слушай, ну мы, короче, можем хотя бы раз за игру собраться пятером, когда я души набью. Ну, блядь, это от тебя уже зависит, дружище. Ну, вам надо подождать меня, не нафидить. Мы тебя обязательно подождем. Короче, про баунти руны я не шутил, на самом деле. Сейчас я возьму БКБшечку и поиграем. Да, ну я пошел фидить вниз. Давай, Лех. Давай. Парни, они тут подбайченные. Тут хорошая драка может сейчас быть. Сейчас ТП у вас так будет, нет? 2 секунды у меня одна. Могла быть, могла ТП быть. Делаю, ТП делаю, ТП делаю. Давайте. Мы еще можем. Так, кто баунти руну взял? Победить. Еще можем. Здорово, братан. Так больно-то. Так, а что, мы жрём дерьмо, типа? Да, полностью. Выедаем. Я понял, блядь, меня Леон еще тут, блин, пробил. Слушай, ну это реально могла быть хорошая драка, ребят. Я покажу вам, так, как это делается. Могла быть очень хорошая драка, но я как бы я не шутил, про баунти руны и ТП-шку. Я не шутил, ребят, про все это дело. Я вообще не шутил. Подожди, Игорь. О, некогда, ты где? Ой, сосите член, короче. Просто сосите член. У тебя команда по 2 раза с бэками умерла, пока ты. Расписываешь, блядь, им всю стратегию вот эту. Не важно совершенно. Блин, невозможно. Невозможно! Так это же челик на клаке был прошлый, алло. А, да? Да. Это же самый, это все ясно.
Так БКБ помогает? Что сегодня? У него длинный. Очень длинный. А у меня очень короткий. Сука. Надо подкрепиться, ребят. Ну да, вообще. Че начинать? Так, ну как думаете, мы хотя бы одну игру в доту выиграем? Следующую, да. Точно, да? Да. Уходишь, в смысле, или что? Не, я думал, ты идешь в другую игру. Подкрепиться. О, вот так, петь. Не, я готов сделать еще одну попытку победить доту. Хватит с меня. Ты девчонка, что ли? Ты так быстро сдаешься? Кабач твои. Блин, вообще это легчайшее. Это что такое? Сейчас 25 уровень у нас. Понял. Я себе возьму даггер. Там Леон большой добыл, да? Выиграем замес. Октарин. Да-да-да. Пойдем Рошанчик убьем. Смачка. Ага. Сервер Варды. Блин, жалко, у нас квест закончился уже. Нет, у меня квест кончился уже, ребят, сори. Нет, так нет смысла. Там. Кто-то может купить. На самом деле я этих апнутых мобов убиваю с двух нюков. То, что все нормально. Хорошо. А спектру апнутую? Нет, спектру апнутую нет. А друг вроде контрит я. Не, я на, её, на верхнем бунтосе. Это чистейшая правда. Не. О, там, кстати, Леон 25-го левела тоже. А, да, да, хорошо. У него длинный уже. У него длинный, у него очень длинный, да. Так, муншардик, ну, не, спектра изи вообще, умирает просто как... О, так, стоп, ребят, мы можем использовать смок и пойти на спектру. Брать заливать. Вам такое нравится? Да, мне нравится, мне нравится. Вот, чуть-чуть. Блядь, ой, ребят, я... Вот. Бегу. Там Лёха заинициировал. Давай. Еще чуть-чуть. Нас сейчас иллюзии убьют всех. Так, хорошо, ребят, хорошо. Еще я есть просто выебал. Готовы? Электрик! Они просто ушли. Не, не все. До свидания. Давай, Андрюх, подкрывай CC. Бам. Она летит за мной. О, Лёха тут, погнали. До конца. У него очень длинный, ребят, у него я очень тут, длинный. Я тут. На, сука. Спектра там, вот ребята, хуйню сломать. Прям. 6000 жизней у Паджика. В общем, хорошая игра. Я выжил. Не, а помните, да, вот как у нас, ну, мы играем на результат, потому что понятно, что мы как бы серьезные ребята. А вот этот шоумен, помните, говорит, вы не можете пофидить для трансляции, ну, чтобы да. Продлить игру. Ну да, ну пофидили, да. Блядь. И где? Блядь. Ты обещал затащить. Почему невозможно выиграть? Ты обещал затащить некор. Я обещал. Я не сдержал обещания. Эй, Игорь, пойдем дефать? Пойдем в папк. Мне скачать надо его вначале. Не, молодец. Теперь смотри, как падает наш последний барак. Я смотрю, да. Ой, пизда мне. А ты устрашающий был. Ух ты, больно. Бэкэкс, мы еще можем. Давай. Он делает это. Блин, у них зомби, едят зомби. Опа! Бам! Базуки. Слушай, так сейчас через 15 секунд я появлюсь, мы убиваем крипов, у меня хардстоппер Абр, 25 уровень, даггер, Октарин, Шива, беру и все, и победа. Да как ты меня видишь? Кабач, подожди, сейчас дам. Дал, беги. Спасайся. База стоит, база стоит, парни. База стоит. Базуки, все, вот накинулись. На кого? На и бучку? Все, килл любого, килл любого. Хотя бы бучку. Да я. На бучку такое. Кого? Кого? Спектру мы не убьем никогда в жизни. Как не убьем? Ты что, рофлишь, что ли? Ну да, давай. Наша. Делаю ультимативную. Не делаю. Спасибо за рецепт, бучку любого. Ну ты, конечно, вафел. Бучка жрет, пиздец, жестко. Так, а сейчас минус спектра будет у нас. Ну-ка, дожимай. Ага. У нас минус спектра будет. Да, увы. А у нее тараска почему-то включилась, и урну кинули, а она фуповая стала за секунду. Понятно. А вы видели, как это работает? А почему у нас уже две томбы стоят? Ты байбекал, что ли, кибак? Да. Понял. Я просто только что увидел. Я без байбек, ребят. Кажется, это поражение. Да, это похоже. Ну, блин, сколько ж томб стоит. Да, все в них.
не могут справиться. Не знаю, в общем, я точно пока не выиграю в доту, не успокоюсь. Ну, мне надо в магазин сходить, и я еще одну бахнул бы. Покчем. Тебе быстро, надолго? Да, я быстро, да. Ну, тогда можно, да, разложить. Как раз там посмотреть 3-минутную рекламную паузу и рекламу пельменей.